прочитал высказывание одного москвича о том, что жду Абрамсы на улице Тверской в Москве. Ну, вот такое шизо просто идет волной, это настоящее шизо. Но там-то люди гибнут по-настоящему. Сейчас отсутствует альтернативный механизм. Его просто нет. Все попытки разговоров, да, провалились. Да, провалились. Я сейчас вижу ситуацию как намного хуже, чем даже полгода назад, чем даже осенью. Вообще остались две страны, я скажу прямо, остались две страны, которые при желании могли бы вмешаться в эту ситуацию с целью остановления человекоубийства, и потом уже все разговоры о границах, о территориях, о компенсациях, репарациях, ГААГах, там что еще будет в ближайшей или отдаленной перспективе. Это все следующий этап. И вот остались два государства, которые могут вести такой разговор с Путиным, вот именно с Путиным. Это США и Китай.